Всем привет! С вами СтивПро, и сегодня я покажу вам TMS шейдеры для Minecraft Bug Edition. Пусть утонуть этих шейдеров ваш мир изменится до неузнаваемости, то есть все станет очень классным. Здесь очень классно сделана смена дня и ночи. К примеру, сейчас видите, как из темного дня становится светлый, очень светлый день. И из названия шейдеров можно понять, что здесь очень мягкие сглаженные шейдеры. То есть здесь просто очень классные тени, которые сейчас вы видите на своих экранах. То есть тени настолько классные, что от вашего Android-устройства останется рожки до ножки. То есть и вправду вам потребуется довольно мощное Android-устройство или просто планшет, или что-нибудь еще, но просто очень много чего понадобится. То есть требования довольно высокие. Как видите, освещение здесь довольно хорошее, но, к сожалению, в этих шейдерах у вас не будет ни двигаться ни вода, ни листва, ни трава и ничего в этом роде. Но все эти шейдеры были сделаны, сосредоточены не были на тенях, да. Тени здесь очень классные, и шейдеры были совершенно переписаны, то есть они отличаются от своих шейдеров. То есть здесь очень классные и проработанные тени. Ну, конечно, тени можно было бы сделать еще лучше, но куда еще лучше. Ну, можно было бы лучше сделать, то есть добавить тень у травы, у игрока, но все это еще в будущем. Так сообщает нам автор этих теней. Точнее, шейдеров, да, просто тени суперские, я не могу от них оторвать глаз. Но вы знаете, что тени на экранах по-другому, поэтому лучше скачайте шейдеры сами, и вы все увидите своими глазами, а выглядит все очень классно. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.